Столица готовится к Минской лыжне. На старты уже в эту субботу выйдут более 3000 человек. Эстафета пройдет в новом формате. Это будет не лыжная, как прежде, а биатлонная гонка. Сегодня генеральная репетиция. Лыжероллерную трассу в Веснянке проверила комиссия. К спортивному празднику практически все готово. Остались последние штрихи. Первый старт намечен на 11 тонн, задает команда президента. На лыжи встанут топ-чиновники от Совмина до исполкомов. Каждому предстоит не только пробежать 3 круга, но и 2 раза поразить мишени. Отдельно в скорости и меткости сразятся представители силовых ведомств. После еще несколько эстафет. А завершит лыжный марафон масс-старт. Трасса, стрельбище, все готово. В данном году в 3 раза больше будет, даже в 4 раза больше будет участников у нас в Минской лыжне. 6 забегов эстафетных, массовые старты для всех желающих. Все могут, будет организовано и питание, кухня. То есть всех приглашаем на Минскую лыжню. Более 30 лет Минская лыжня объединяет всех любителей активного отдыха. Скучать не придется и зрителям. Организаторы обещают конкурсы, а настроение создадут артисты.